Час мы открываем. Книга Исход, глава 20, стих 3. Книга Исход, глава 20, стих 3. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Еще раз. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. У нас только один Бог. А мы, если мы любим Его, как мы говорим каждый день, христианские люди, должны только делать все Его заповеди. Отмечайте только Его праздники. Не человеческие праздники. Только Его праздники. Мы увидим эти все на Его заповеди или законе. Еще раз, Исход, глава 20, стих 3. Не будет у тебя других богов при лицом моим. Почему? Давай мы открываем. Книга Псалм, глава 96, стих 5. Книга Псалтир, или Псалм, глава 96, стих 5. Ибо все боги народов, идолы. Еще раз. Ибо все боги народов идолы. Остальные люди, Бог, они все идолы. Они все идолы. Давай, мы открываем. Книга Иеремии. Глава 10, стих 1. Книга Иеремии. Глава 10, стих 1. Один. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путем другие народы и не удивляйтесь знамений небесных, которые другие люди удивляются. Еще раз. Так говорит Господь. Не учитесь путем другие народы. Не учитесь путем другие народы. Другие народы есть их культура, их праздники. Но наш Бог сказал, никогда не отмечают их праздники. Или как Он сказал здесь, не учитесь путем другие народы. Язычники. Потому что мы их дети. И Он сдал наши люди, их дети, наши праздники в Библии. Не надо сделать остальные люди праздники. Это не для вас, Израиль, люди. Это что Он заповедал нас. Книга Левит, глава 23, вы это можете читать там. Все его праздники. Еще раз, так говорит Господь, не учитесь путем другие народы. Дальше, сейчас мы открываем. Книга Притчи, глава 3, стих 31. Не завидуй угнетателю и не выбирай ни одного из его путей. Еще раз. Не завидуй угнетателю и не выбирай ни одного из его путей. Наш Бог сказал, не надо сделать, как ваши рабовладельцы сделают. Или что они стали его отмечать. И не выбирайте их путем. Еще раз. Не завидуй угнетателю и не выбирай ни одного из его путей. Здесь сказал, не совернуй человеку, поступающему насильственно и не избирай ни одного из путей его. Не избирай
Не избирай ни одного из путей его вообще. Книга Притчи, глава 3, стих 31. Не завидуй угнетателю и не выбирай ни одного из его путей. Наш Бог здесь заповедал наши люди никогда не завидуй остальные люди путями или рабовладельство праздники, которые они сдали наши люди, когда мы вбили в рабство. Или когда они забрали наши народы. Например, в Африке. Например, в Израиле. Когда мы были в рабство, или когда мы улетаем в другой страну, у них есть другие культуры или праздники. Наши бы сказали, никогда не отмечайте эти все праздники. Еще раз. Не завидуй угнетателю и не выбирай ни одного из его путей. Здесь. Сказал, не совернуй человеку, поступающему на сестве, и не избирай ни одного из путей его. Еще раз. Не избирай ни одного из путей его. Не избирай никогда их праздники, их путем, их культуры. Вообще не надо эти все сделать. Это что наш Бог заповедал нас. Сейчас я буду читать историю День Валентина. День Валентина никогда не в Библии. Иисус Христос не заповедал наши люди отмечать это праздник. История День Валентина. Происхождение Дня Валентина. Языческий фестиваль в феврале. С 13 до 15 февраля римляне отмечали праздник Луперкали. Мужчины принесли в жертву козу и собаку, а затем избили женщин шукрами животных, которые они только что убили. Римские романтики были пьяны. Они были голыми, говорит Ноэль Ленский, историк из Университета Колорадо в Болдере. По словам Ленский, молодые женщины на самом деле выстраиваются в очередь, чтобы мужчины их били. Они верили, что это сделает их плодородными. Жестокий праздник выключал в себе сватовскую лотерею, в которой юноши рисовали имена женщин из банки. Затем пара будет соединение на время фестиваля или дольше, если матч был правильным. Древние римляне также могут быть ответвлены за название нашего современного Дня Любви. Император Клавдий II казнил двух мужчин, обоих по имени Валентин. 14 февраля разных лет в трех веке нашей эры. Их мученичество было удостоено католической церковью с празднованием Дня Святого Валентина. Позже Папа Геласий в V веке запутал вещи, объединив День Святого Валентина с Луперкалией, чтобы изгнать языческие ритуалы. Но фестиваль был вскоре театральной интерпретацией того, чем он когда-то был.
Ленски добавляет, это было немного более пьяное наслаждение. Но христиане надевали на него одежду. Это не помечало ему стать днем плодородия и любви. Это языческий праздник. Здесь сказал, древние римляне также могут быть ответственны за название нашего современного дня любви. Император Клавдий II казнил двух мужчин, обоих по имени Валентин. 14 февраля разных лет в 3 веке нашей эры. Их мученичество было удостоено католической церкви с празднованием Дня Святого Валентина. Потом вы будете читать, что Папа Геласий изменил этот праздник Луперкалия к День Валентина, Святого Валентина. Но оригинальный – это языческий, остальные люди – праздник. Если он изменил это или нет, это ничего. Мы просто узнаем, что это не от нашего Бога. Это не от нашего Бога. Если он изменил это или нет, это еще человеческий праздник. Не наш Бог праздник. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.